As a result of the Pskov-Ostrov operation, troops from the 3rd Baltic Front advanced into Latvian and South Estonian territory. Taking over the well-fortified enemy area, they also completely liberated the Leningrad region. После взятия Новгорода началось наступление на город Псков. Наша группа штурмовая, мы на машине преследовали отступающие войска. Группа преследования – это как штурмовики. Мы должны были или захватить, или их уничтожить. И вот между нами расстояние было не более 400 метров. Немцы вдруг остановились на этом перекрестке, буквально на какие-то доли секунды задержались, и сразу машину тронулись. Мы ее обстреляли. Подъезжаем к этому месту. Я в кузове так стоял, смотрю на дорогу. Это уже обычное правило – четко следить за дорогой. И я увидел, что в этом месте, на перекрестке, горит бигфордовый шнур. Сразу сработала мысль сапера: раз бигфордовый шнур горит, значит, должен быть заряд. Я выскакиваю из кузова машины, подбегаю, отсекаю финкой. У меня в руках догорает конец шнура, я его бросил. В этом месте быстро воткнул красный флажок, что заминировано. Это саперные правила. И мы продолжали преследовать. Мне сказали, что на перекрестке был вражеской саперной группой заложен фугас. Там до полутонны взрывчатки. Хотели взорвать перекресток, чтобы остановить наступление. А в этом месте объехать никак нельзя было. Потому что если взорвана Лежневка, перекресток, кругом болото, лес и болото. Позже мне была вручена награда — медаль за отвагу. Это, кстати, была моя первая боевая награда. А у нас 40-е огневые. Над миром строчкой пулемета чеканил Максим свой рассказ о том, как в бой вступала рота. За этот месяц сотый раз солдат истории страницы святою кровью заполнял, бросаясь грудью на бойницу, вдыхаясь воздухом металл, дав путь другим ценою жизни, солдат в историю вошел. Вот так в боях служил отчизне мой вечно юный комсомол. Если бы началась война, я взял бы в руки оружие, но и стал бы защищать только своих близких, только людей, которые мне дороги. Потому что идти убивать вот просто так людей из другого государства я не хочу. Это не моя позиция. Если начнется война, это будет чья-то глобальная ошибка. И это сейчас это уже недопустимо, потому что каждый человек в мире может наблюдать события с помощью телевидения и интернета, и человечество должно объединиться, а не идти вот воевать против какого-то государства. Евгений Андреевич, спасибо вам большое за подвиг, который вы совершили.